Вот, у нас на этой машинке проблема. Вон там, если видно, лопнул бак. Я прям увидел 15 минут назад. Вода капает с нее. Вот, завтра проверю, если это не ржавейка. Ну, в принципе, ребята приедут, сделают. Вот, я думаю, что сейчас ее будет меньше разносить. Работает вот она сейчас на отжиме, на максимальном. Она работает сейчас очень тихо. То есть тут тоже все усилили. То есть они полностью закончили, я с ними рассчитался. Вот, сделал пока капитально одну машинку. Завтра еще одну планирую сделать также. По этому же принципу. Вот прям тишина. Никогда такого не было. Чтоб так тихо работало.